Внимание, дорогие сограждане! Сейчас о том, что касается каждого. Тут вам не шутки на самом деле, а свежий проект национальной идеи. В нашем универсальном проекте впервые, прошу заметиться, учтены интересы всего народа, а также специфика Нового года. Итак, основная идея, чтобы нас не трогали две недели. Отстаньте от нашей нации с 1 по 13! С 1 и по 13! С песнями, шутками, танцами, чем же еще заниматься-то? С 1 и по 13! 1-го как-то проснулись. Ух ты, уже под вечер ползем на кухню с курантами, бьющими в голове, поближе к залежам оливье. А там уже послегка разлито. Слегка — это значит чуть меньше литра. 2-го тихо лежим, болеем, смотрим «Иронию и чародеев». 3-го утром с детьми на елку. 4-го баня, катание с горки. 5-го к маме визит и к брату, там снова съедаем тазик салата. В салате лежит килограмм майонеза, что вкусно, а главное, очень полезно. Не дай салату себя убить. А что же делать? Что делать? Пить! С 1-го и по 13-е, с песнями, шутками, танцами, сколько здоровья потратится, с 1-го и по 13-е. Только решил завязать 6-го, приехал родственник из Ростова. С ним заодно прихватили 7-е. А что ты хочешь? Дело святое. 8-е и 9-е помним плохо. Уехал родственник, слава богу. 10-е, вроде заняться нечем. Отлично, 10-го лечим печень. 11-го решаем задачу, как не поехать к друзьям на дачу. Но все же едем, итог известен. Включая 12-е, куролесим. 13-е, пока не поздно, пора прощаться с Дедом Морозом. И вся Россия с огнем в груди кричит ему: дедушка, уходи! Как же хочется на работу, к станку, прилавку, куда угодно. И значит, прониклась идеей нация. С 1-го и по 13-е, с 1-го и по 13-е, с песнями, шутками, танцами, так и сплотится вся нация, с 1-го и по 13-е, с 1-го и по 13-е, с 1-го и по 13-е. Так и сплотится вся нация, с 1-го и по 13-е. Я пропущу.